Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, это за Лига Самураев, но я так понимаю, меня наверняка сейчас скинули. Да, Лига Самураев 2 звезды, 79 ранг. А чё так низко-то? Чё мы так низко пали? Ребят, как думаете, мы сейчас вот с 56-ми против 40-х сможем выстоять? Как вот ты думаешь? Я думаю, что будет очень жестко. Так, ну, в первую очередь массовую давай применим. Окей. Так, вот Донни здесь как бы вообще нам не нужен на самом деле. Потому что хиллеров надо... Хиллеров надо в первую очередь, говорю, уничтожать. А он остался один практически из последних. Ну, два из последних. Но, тем не менее, справились. Справилась наша команда. 79-е было, стало 54-е. Продвижение медленное будет, друзья мои. Так, 43-й, 44-й, 43-й, понятно. Так, два кабана. Ну, слушай, когда в команде... Кстати, может быть, ребята, в следующий раз нам прокачать Леонардо Видение? У него же две массовые атаки. Это единственный, наверное, персонаж, который остался с двумя массовыми атаками. Вот у него первая атака, да? Вторая град стрел. Наверное, Ваньку все-таки я подобью. Вот так вот. Теперь попробуем Лео. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай торнадо. Да чтоб тебя. На, соплей. Чем он такие какой-то каплей? Причем ты видел, откуда он ее выпускает? Да, вот такой вот он кабан. Кабанитус. Давай смотреть дальше. 14-18. Нормально. Так, 45-й уже уровень у противника. Не все, конечно, 45-й, но тем не менее. У нас есть хан. Это дает нам преимущество. Тем более хан в платиновом ранге. По инициативе он очень шустр. Поэтому давай определимся, кого нам первым тут вольнуть. Я, наверное, думаю, что Майки. Пробьешь? Упс. Ну да, да, пошло усиление атаки. Давай так сделаем. Щит. Блин, ну снежок. Ой, ребят, я, наверное, все-таки сделаю ускорение на нашу команду. Теперь бросаем флакон. Ё-моё, массуха пошла. Ауч. Кирби. Я, наверное, провокацию буду брать на крипа. Только для того, чтобы спасти Кирби. Шреддера убираем отсюда. О, блин, я про этого забыл, у него же массовая, хорошо, не стал. Давай, наверное, хильнемся. Как он противно хиляется, если честно. Сможешь его? Ага. Так, теперь лови шайбу с сюрпризом. Вытяни из него душу. Блин, слабый как-то удар, если честно, вот этот вот, по вытягиванию души. То есть он как бы забирает его жизненную энергию и восстанавливает ее себе. Но очень мало. С 30 на 4 позицию. 26 ступенек пролетели. Считаю, неплохо, ребят. Так, Мондагека, Бакстер Стокман. Но тут надо, ребят, взять нам кого-то с массовой атакой. Кто у нас с массухой есть? Более-менее хороший. Но Лео, в принципе, зайдет и... И Носорог. У Носорога есть... как он называется? Огнемет. Вот. И у Лео есть... А, у нас еще Майки. У нас еще Майки. Так, давай. На, осколками получил. Давай так сделаем. И массовую волну. Готовы. Готовы. Ну-ка. Что у нас там дальше? Самурай 3 звезды, друзья мои.
Хотелось бы, конечно, сегодня дойти до Сюгунов. До Сюгунов дойдем, а вот до какой звездности? И 15-19 дней никак. Не хотят, давайте. Ну, наверное, рано еще. 14-17 уже с понижением дают. Ладно, фиг с ним, уговорили. Хотел Дони взять со злости, ну ладно. Раз, два, три, четыре. А давай я вот так сделаю. Дони не взял, но взял Шредера 70 уровня. Так потому что у них, ну что, ребята, у них тут вообще ни о чем. Ага, ну-ка, бомбочка, как она? Прекрасно она сработала. Ну вот, здесь вот нормально. Да, друзья мои, я, наверное, бы, вот если честно, бы Леонардо Видение бы следующий бы раз в платину переводил бы. Я даю вам тонкие намеки на большие обстоятельства. Но действительно крутой же. Две массовые атаки, а у нас массовые атаки всегда в почете, в привилегии, так скажем, имеют свои. Ну вот. Тем более у него очень хорошая, ребята, запрет хил. Ну и стрелы как... Ну, надо будет тебе, например, добить там парочку бойцов сразу же, чтобы за один ход хобана и все. Так, ну, Джастин, давай. Ну, здесь-то ему понятно. Здесь раздолье против вот этих слабых, слабеньких персонажей. Просто ему по кайфу. Так, 41-я позиция. 15-19. Уже 50-й ранг. Уже 50-й ранг. Я возьму, наверное, сюда Паукуса. И раз, два, три, четыре. Вот так вот. Паукус Путин. Ну, естественно, ребята, он всех сразу не завалит. Парочку, наверное, с собой заберет. А остальные ребята будут тут сами развлекаться. Даже парочку не разобрал. А ну-ка так, если по массовой. Ну ты видел. Так, он делает усиление команды. Я, правда, не знаю, зачем. У этого меткость понижена. Оу. Как вот он успевает, а? Как он успевает два хода сделать? Вот Леонардо надо, ребята, вырубать. Чтобы тут без хилов, как говорится, без всего. Так, давай сюда. Ну и сами. В плане? Какого лешего ты, ты промазал? Да, я не спорю, ребята, у него уклонение стояло там. Но все-таки. Ну, видимо, хорошее уклонение. Видимо, хорошее уклонение было. Так, здесь Маузеры, да, есть? Я возьму, наверное, Тимати сюда. Карайку. Ну ладно, пускай будет Дони. Так и так. Пит. Роквелл. Сразу начинаем с Кунаев. Блин, я опять забыл, ребята, в Бравл Старс поставить этот акуленка, блин. Ванюша, падай, я сказал тебе. Пит такой, знаешь, он, у него вот этот удар крылышками. Такое ощущение, что он не бьет, а такой, знаешь, фу-фу-фу-фу-фу, иди типа от меня подальше. И вот мы, друзья, в Сюгунах. Вот мы уже и в Сюгунах. Так, я возьму здесь Дони соточку. Кабан, Донателло, Рокстеди и Мондагека. Мондагека, в принципе, ребят, неплох как ускоритель. Как, в принципе, и морозильная кошка. У нее есть ускорение команды. И за счет этого ускорения, в принципе, можно неплохо разруливать. Но, опять же, если во вражеской команде есть Карайка, Рафаэль или еще там кто-нибудь, которые дают ускорение, точнее не дают ускорение, у которых по приори, как говорится, есть быстрая инициатива, то Мондагека, пока до него дойдет очередь, ребят, пол команды могут просто развалить в труху.
А насколько мы знаем, он по инициативе, сам Мондагека, не так уж силен. Давай массовую от Дони. Ты же мне Гарри Поттер, блин. Надел колпак. Нет, не Гарри Поттер, а этот Гэндальф. Гэндальф в колпаке, блин. Это за счет того, что, ребята, он сделал огненный урон. Точнее, огненную атаку с постепенным уроном. Вот они от нее как раз и дуплились. Я вот хочу получить 16-20, но как-то... Ну, понятно, не дают. Не дают. Да идите вы в баню, зачем вы мне таких... Тут еще есть у меня кем поиграть. Зэк. Ну, Зэк, в принципе, 40-ников он должен в соло. 50-й, я не знаю, ребят. Парочку зазвездячил. Блин, раньше мне... Кстати... Нет, Шархан у нас в платине. Че я хотел сказать? Он в... Кстати, а Шархан у нас точно в платине? Но он... Но он не прокачанный на сотку. Вот оно что. У нас очень много персонажей, которые давным-давно перешли в платиновый ранг, друзья. Но до сих пор не имеют... сотого уровня. Как бы это немножечко несправедливо, как по мне. Ну, да бог с ним. Сейчас крысиного короля прокачаем. Не знаю. Быстро, конечно, это не получится сделать. Потом будем, ребята, смотреть, кого еще можно будет. Чего-то я тут... Слушай, вот этот удар прикольный, ребята. Помощь, взаимопомощь называется. Когда бьет Крис Брэдфорд и сразу же к нему уходит на помощь кто-то. Нормально. А вот этот вот, вот этот противный. Сейчас в клоняху влепит. Нет, не успеет. Не успел. Хотя, кстати, его у него тоже довольно неплохая. Мог бы. Но не успел. Так, и вот мы уже на 29-й позиции находимся. Ну, давайте мне 15-20 уже. Во, есть. Так, 55-й, а у нас, ребят, все, у нас уже тут 80-й. Крысиный король даже имеет 81 уровень. Кстати, может быть, сегодня он получит у нас 82-й. Было бы четенько, если бы он получил бы 82-й, еще потом 18 уровней еще ему вкачивать. Блин, долго, много. Ну, ничего не поделаешь. Давай смотреть. Переходим, нет? Нет, ребят, не переходим. 29 позиций мы не пролетели. Мы всего лишь пролетели 25, получается. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Тут уже пошли сотки. Тут уже пошли сотки. И, конечно же, с сотками мы их раскручим здесь. Ну, как-то так. Как-то так. Один супершредер просто сделал свою атаку. И мы, ребят, мы перешли с вами в Лигу Сёгунов 2 звезды. Слушай, неплохой результат, я тебе скажу. Вот если мы еще возьмем с тобой полтинничек на этом ранге, то это будет вообще превосходно. Так, возьму майки. Рафа. Рафа. Ну, давай вот так вот. Ну тут даже думать нечего, ребят. Ну сотый уровень, сотый. Против там 53-х, 55-х. Ну вот смотри, что сейчас будет Рафаэль делать. Все, друзья мои. Тут остальное просто расшлаковка идет. Втюх. И нету больше этих ребят. А у нас еще, по-моему, на 2 поединка хватит, да? То есть мы можем с тобой вполне взять 50-й ранг. 86-й был. Перелетаем с 69-й. И там где-то 19 позиций мы возьмем, как минимум. Ну давай. Давай так сделаем. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и как обычно, ребята, у нас маузеры остаются одни. То есть им придется бомбить все это в соло. Да как?
Для них-то, ребята, это для них, вот для маузеров, вот эти вот 59-й, 60-й уровни, это вообще, вообще не показатель. Он просто их разнесет и все. Слушай, полтинник, 51 место, ребята. Ну и, естественно, сейчас маузеры, пускай даже одну-две ступеньки возьмут, ровно, может быть, даже чуть больше, чем 50-й ранг будет. Тыдыщ! Вот и все. Ну что же, с ареной на сегодня у нас все закончено. И переходим уже к ежедневным заданиям. Какое там? Ровно 50-е место, ребят. Ровненько. Так, ну судя по тому, сколько у нас мутагена, то крысиный король, в принципе, ребят, апнет сегодня левел. Мы сжимаем, так сказать, круг возле Кренга. Круг страха. Ну там остается только трепещать, бедолаги. Так, давай, наверное, начну с Бакстера. Ой. Давай так сделаем. Добьем его. Пинул. Блин, я думал, упадет. Ну-ка. Так, понизили броню. Пс, даже не попал. Ну, тут... тут можно и массовую какую-нибудь применить. Давай фаербол... ой. Ну, в принципе, да, фаерболы. Огненные фаерболы. Плюс сверху еще добьем ракетами. Причем он берет маленькую ракетку, да, ребята? А на выходе, я уже говорил, такая здоровенная боеголовка получается. Проходит там через его, блин, живот. Так, здесь все. Теперь пошли, пошли искать. Так, крысиный король. Вот он. Сразу он получает, ребят, 82 уровень. И следующим у нас идет это Донателло. Блин, Донателло. Ну, подожди, я Хана хочу глянуть, ребят. Слушай, а Хан у нас не прокачанный вообще, ребят, хотя он в платиновом ранге. Вот так. И причем в платиновом ранге он оказался раньше, чем Донателло видение. Немножко несправедливо мы, конечно, ну ладно. Ладно, он до него дойдет, ребята, очередь обязательно. Прокачаем его. Так, 7500, хорош. 6 геймпадов. Вечно, вот вечно, ребята, проблемы с этими геймпадами. Джойстики, да, выпадают, а вот геймпады. Игра, вот ты сейчас издеваешься надо мной, да? Вот просто издеваешься. Да, друзья, вообще никак, прикинь. Слушай, ну такого быть не должно. Вот, поперли. Так, 2, 3. Я же забыл, сколько мне надо там геймпадов-то, кстати. 5 джойстики пошли, 5 джойстики, геймпад. Так, сколько геймпадов надо-то вообще? 6. Не судьба. Не судьба, ребята, насобирать геймпады. Да в плане, блин, сразиться в сложном. Я что, блин, не успел, что ли, сразиться? Блин, ну ты трэш. 50 баксов, блин, отдал для того, чтобы... на Донателло, блин, найти эти 2 геймпада. Раз. Два.
Нашли два гейм... Блин, тут 18 этих. 18 наушников. Пицца-йок. Закончилась пицца. Закончилась, ребята, пицца. Закончилась у нас энергия. Все закончилось. И мы с тобой, наверное, тоже будем заканчивать серию. Уже увидимся в следующей, ребята. И, конечно же, будем продолжать играть, зарабатывать высшую лигу для платиновых осколков. Ну что ж, друзья мои, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.